8 человек из одной семьи, в том числе 7 детей, погибли в Сирии под бомбами коалиции во главе США. Самолеты нанесли удар в Ракке по позициям группировки ИГИЛ, запрещенной в России. Но снаряд попал в жилой дом, сообщает сирийское информационное агентство САНА. Боевые самолеты коалиции совершили налет ранним утром по кварталам в районе одной из мечетей. Еще один удар нанесен рядом с армейской казармой на севере города. Она захвачена боевиками. На минувшей неделе жертвами бомбардировки в Ракке стали свыше 50 мирных жителей. Еще около 100 получили ранения. ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из сил демократической Сирии, которые штурмуют Ракку. Этот провинциальный центр на Евфрате считается главным оплотом террористов в Сирии.